День второй! Блошиный рынок, поездки, все дела. Итак, байк наш стоит здесь. А я пошел и за целых 20 баксов приобрел вот эти неплохие колонки. Ика. Я раньше с ними имел дело, это офигенные колонки, хоть они и икон, но у них качественный усилитель, и, блин, качественные динамики, нормальные, на резиновом подвесе, хоть и картон, но, блин, качественные динамики, звук хороший идет. Цена в магазине примерно долларов, эники-бенники, 70. Я же купил за 20 баксов в идеальном состоянии. Единственный фейл у них по причине, наверное, которой они оказались на этом блошином рынке, это, наверное, вот этот долбанный пульт, который, в принципе, и нафиг не нужен. Когда мы регулируем, глючит левый динамик. Ну, не знаю, слышно, не слышно. Ну вот, в общем... Только из-за этой фигни, и все. Я раньше покупал колонки Икон и сделал из них офигенную штуку. Нет, я просто, по-моему, их разобрал и сломал. Да, вот это тот же самый, так сказать, коробочка из-под сабвуфера от Икона того же. И вот, в принципе, эти динамики далеко ходить не надо. Ну, их тут проткнули. Это не я, это не ты. Это не я, да. Вот, их проткнули, что-то с них там сделал, вообще все классно. И опа. Это почти Оззи Осборн, ну, Оззи Осборн нарисовать. На коже очень сложно нарисовать Оззи Осборна. Этим занимается другой человек, потому что я рисую. Это практически все с блошиного рынка. Вот это блошиного. С этого блошиного рынка. И это стоит вот это, ну, копейки относительно. Хотя, например, вот эти колонки от Wiggle, которые same shit, как и колонки от Bose. Там есть одна такая акустическая системка. Вероятно, вы сейчас ее и наблюдаете. Вот эти колонки и вот эти колонки ничем не отличаются друг от друга, разве что цена вот этих колонок. Хотя, знаете, вот это как система 5.1 идет. Это, по-моему, стоит около 100-120 долларов. А Bose у нас стоит сколько? Я думал, долларов 400-500. Но, блин, разницы никакой-то. Ну вот, а еще вот эту акустическую системку с ниточными пищалками от центра одного очень интересного. Я приобрел всего лишь за 40 долларов, но они на блошином рынке, такое там не продают. Ниточные пищалки, а хотя может там встречается. А еще я пошел, кстати, сегодня-то приобрел там вот эти интересные часы. Дело в том, что мои часики обычно, если я их ношу, то теряю что-то. Или ремешок рвется, вот эти вот штуки рвется, они тонут. Поэтому мне нет смысла покупать какие-нибудь часы хорошие. Так что тонут, печалька, я живу вообще вне времени. Но вот решил купить, потому что они чуть меня заинтересовали. На блошином рынке у этого же мужика, у которого купил колонки, мне они отдали за 8 баксов. Вполне прикольный, красивый, новенький. Тут вообще все, только пленочку оторвал. Фокусируй. Что у меня за камера? Айкон. Фокусируй айкон. Не фокусируй, да? Фок, блин. Ну, все, офигенная штука. Да. В общем, покупочка обалденная. Поэтому, парни, если у вас есть руки, мозги, деньги, минималка, то идите и собирайте что-нибудь, приобретайте и перерабатывайте во что-то интересное. Хотя я эти купил полностью новенькие. Их можно просто взять сейчас и продать дороже. Если я их приобрел, то я их явно разберу, переконвертирую в что-то ультра-турбо-супер навороченное. Ну, например, сейчас покажу. Вот как в Марс Ультер. Вот это офигенно, потому что паркет у меня уже есть. Вон паркет, который так и жаждет, чтобы его применили. И он из тех, наверное, отходов, я тоже какие-нибудь колоночки делаю. В принципе, можно динамики запихнуть в любой картонный ящик или трубу. А вот заставить их качественно и хорошо звучать, это уже кроссоверы от Focal. Хороший кроссовер. Ну и как бы самих кондеров качественных я тоже не найду, но эти кроссоверы я приобрел за 20 баксов штучка. Что относительно дешево, но и не так уж в принципе и дешево. Хотя для Focal это нормально, думаю. Странно, почему тут делает эта щепка? Что она делает в динамике? А, я знаю, что она делает. В общем, эта щепка каким-то раком оказалась здесь, под кроссовером. Когда я ходил своей рубашкой, я помню, задел вот эту вот часть. Ну нифига себе. Телепортация, блин. Вот такие дела, народ. Так что будем делать. Как там сейчас модно? Все. Будем делать, блин. Где моя кувалда?